Лагерь для беженцев в коммуне Минео в итальянской Сицилии, крупнейший в своем роде в Европе. Сюда попадают тысячи тех, кто незаконно прибывает из Африки. Для них преодоление опасной переправы через Средиземное море не конец испытаний. Жизнь этих людей огорожена колючей проволокой, территорию обходит военный патруль. Выйти отсюда и начать новую жизнь в Европе – цель и главная мечта каждого. Абу Дауди 20 лет, он приехал из Мали. В Минео почти полтора года и все еще не знает, когда сможет получить легальный статус и оказаться на свободе в ЕС. Все зависит от того, что вы говорите офицеру. Они могут задержать вас тут на 2 месяца, 2 года или даже на 5 лет. Мы не воровать сюда приехали, а работать. Помочь сделать страну чище, сделать чище Европу. Тем временем министры обороны и иностранных дел ЕС в понедельник утвердили создание морской миссии в Средиземном море. Ее целью будет захват членов банд, которые занимаются нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу, а также уничтожение их плавсредств. Для этого необходима военная миссия, утвержденная Совбезом ООН. Это только начало. Решение начать операцию означает, что мы начинаем планирование. Начинается планирование операции. В этом вопросе необходимо поспешить, особенно потому, что скоро лето. А время года в этом вопросе очень важно. С наступлением лета поток людей увеличивается. В этом году в Европу по Средиземному морю попало уже около 51 тысячи мигрантов. Приблизительно 1800 человек утонули в море, так и не добравшись до берегов ЕС.